Как сообщает пресс-служба главы государства, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 5-6 августа этого года примет участие в очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится в национальной туристической зоне Аваза, Туркменистан. В мероприятии, которое пройдет под председательством главы Туркменистана, также примут участие президент Республики Казахстан Касым Джомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров и президент Республики Таджикистан Имомали Рахмон. Глава государства рассмотрит результаты реализации договоренности консультативной встречи, прошедшей в Ташкенте в ноябре 2019 года. В повестку дня также включены вопросы стабильного и устойчивого развития в регионе, наращивание торговли, создание благоприятных условий для партнерства в энергетической сфере, расширение сотрудничества в транспортно-коммуникационной области, консолидации усилий по борьбе с пандемией и другие. Ожидается, что в своем выступлении лидер Узбекистана озвучит ряд инициатив, направленных на дальнейшее укрепление отношений дружбы и добрососедства, взаимного доверия и поддержки, обозначит новые перспективные направления регионального взаимодействия на основе общих долгосрочных интересов. По итогам саммита будут приняты важные многосторонние документы, в том числе совместное заявление глав государств. Предусматривается, что президент Республики Узбекистан проведет также двусторонние встречи с главами государств Центральной Азии. В рамках программы консультативной встречи намечено проведение встречи диалога женщин-лидеров, экономического форума Центральной Азии, выставки национальных товаров, фестиваля блюд национальных кухонь, а также торжественного концерта мастеров искусств стран региона. Следует отметить, что инициатива о проведении консультативных встреч была выдвинута президентом Республики Узбекистан в 2017 году в ходе его участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Первый саммит глав государств прошел в марте 2018 года в столице Казахстана Нур-Султане, а второй – в ноябре 2019 года в городе Ташкенте.